Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня подготовили для вас такой красивый узор. Его можно использовать как обыкновенную резинку или также использовать как основной узор. Вяжется очень просто. Раппорт всего лишь 2 ряда, 9 петель, плюс 3 петли для симметрии и 2 кромочные. Это пряжа мериносовая шерсть. Заказать пряжу можно на нашем сайте пряжа.су. Все ссылки будут внизу в описании под этим видео. Можно посмотреть цветовую палитру. Это пряжа Кутнор профил Мерино Экстра 90. Ссылки оставляем внизу в описании. Переходите, оформляйте заказ на пряжу и подписывайтесь на канал. Мы давайте приступим к вязанию. Я уже набрала петли на 2 раппорта и плюс 3 петли для симметрии и 2 кромочные. Напоминаю, что на 2 раппорта 18 петель, плюс 2 кромочные это 20 и 3 для симметрии, 23 петли. Давайте приступим. Первый ряд у нас будет установочный, 1 кромочную снимаем и провязываем все петли изнаночные. Провяжите самостоятельно до конца ряда. Мы не будем больше повторять установочный ряд, провяжем только один раз. В начале кромочную петлю мы снимаем, в конце кромочную петлю провязываем изнаночной. И теперь приступаем к вязанию самого раппорта. Вяжем первый ряд раппорта, кромочную петлю снимаем, провязываем 3 петли лицевые и теперь будем вязать скрещенные петли. Переснимаем 2 петли на правую спицу, заводим перед работой спицу, меняем местами петли и провязываем их 2 лицевые. У нас получился наклон в левую сторону. Так, сейчас посмотрим. Наклон в левую сторону. И таких мы делаем 3 повторения. Это было первое. Второе. Пересняли 2 петли. Спицу завели перед работой. Поменяли 2 петли местами. Провязываем 2 лицевые. Второе. И последнее повторение. Пересняли 2 петли. Спицу завели перед работой. Поменяли петли местами, провязываем 2 лицевые. Это был раппорт 9 петель. И теперь повторяем. 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Снова пересняли 2 петли. Меняем местами их. И провязываем 2 петли лицевые. Так. 1, 2. Второе повторение. 2 петли пересняли. Меняем местами. 2 лицевые. 1, 2. И последнее повторение. С наклоном влево. 1, 2. В конце 3 петли для симметрии. Вяжем 3 петли лицевые. Петля кромочная. И переходим к вязанию второго ряда раппорта. Во втором ряду кромочную петлю снимаем, провязываем 3 петли лицевые. Теперь заводим нить перед работой, переснимаем 2 петли и заводим спицу за работой, меняем их местами и провязываем 2 изнаночные. 1, 2. Давайте еще раз вместе повторим. Нить перед работой. Пересняли 2 петли, завели спицу за работой, это у нас будет наклон вправо, и провязали 2 петли изнаночные. И последнее, третье повторение. Нить перед работой, 2 петли пересняли, спицы за работой, поменяли местами 2 петли и провязали 2 изнаночные. Все, это был раппорт 9 петель, повторяем. 3 лицевые. Нить перед работой, 2 петли пересняли, меняем их местами и делаем наклон вправо, 2 петли изнаночные. Второе повторение. Две изнаночные. И последний раз вяжем.
Нить перед работой, 2 петли пересняли, меняем их местами, 2 изнаночные. В конце 3 петли для симметрии, 3 лицевые и петля кромочная. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы провязали с вами раппорт и теперь все точно так же повторяем. Покажу еще раз узор. Напоминаю, что это пряжа мериносовая шерсть. Заказать пряжу можно на нашем сайте пряжа.су, код NOR, профил Merino Extra 90. Все ссылки будут внизу в описании под этим видео. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, и подписывайтесь на наш канал.